Так, ребята, хотел для вас показать интересный процесс, называется лужение кузова. Бытует мнение, что лудили машины для того, чтобы они не гнили, но это ошибочное мнение. Это делалось для того, чтобы, так как раньше, вернее, не было шпаклевок, и кузова сначала лудили, то есть именно вот вместо шпаклевок. Вот сейчас как раз специалист, видите, делает, наносит олово на места стыков и швы. Перед этим кузов был обработан флюсом, ну то есть то место, где куда наносится олово. Банка такого флюса стоит порядка 10 тысяч. Если его не нанести, то олово просто, наверное, не будет держаться. Используется олово в виде стержня. Стержень плавится и, соответственно, остается слой олова на кузове. Теперь берется вот такая вот красота получилась. Латуньку намазали. Олово, вернее, господи, латунь, что я говорю.
Швы. Швы укрыли. Теперь требуется обработка рашпилем. И потом уже можно будет проводить грунтование кузова. Это Opel Admiral машина. Ведь она деревянная часть. Дерево и обшито металлом. Видите, как здесь прибивается на гвоздиках. Это кабриолет. Здесь еще будет такая система целая. И все это будет. Будет все это превращаться потом целиком в машину. А так это пока вот так. Ну вот, ребята, что получилось. Болгарочкой сначала. Вернее, сначала немножко пошабрили, а потом болгарочкой просто зачистили. Вот такое вот получилось крылышко. Таким вот такой вот вид это имеет все. То есть это вот обрабатывалось оловом для того, чтобы просто вот закрыть швы. Никогда это не использовалось для того, чтобы предотвратить какие-то гниения кузова. Как вот многие, опять же говорю, повторюсь, заблуждаются, что вот луженый кузов, как будто там он весь луженый, типа не гниет. Нет, такого не было, это все брехня, это заблуждение. Это делалось только для того, чтобы закрыть, выровнять поверхность перед, как я понимаю, перед шпаклевками всякими разными. Ну, то есть, я не знаю, в каком там виде были шпаклевки в то время, в прошлом веке, можно сказать. Но вот эта машина, допустим, она там какого-то там 30-х, что ли, годов, или там начало 40-х. Это вот военная машина, по сути, пережила войну. Вот, и такие технологии вот применялись раньше. Вот здесь видно, вот как раз видите, напильничком обрабатывалась, рашпилем специальным. А, так, тоже крыло, видите, вот сделано. Вот оно. Здесь крыло тоже приведено в порядок. Вот так вот это все выглядит. Здесь то же самое. Вот она вся эта поверхность. Это все олово. Также вот тут. Вот тут еще, видите, здесь вот сейчас обрабатывается тоже. Намазано олово. Ну, еще ждет обработки. Вот. Даже на примере вот чайки вам покажу. Вот у чайки, пожалуйста, тоже вот обработаны были места оловом. Вот она. Олово. Вот здесь олово у чайки. Тут после пескоструя уже машина обработана грунтом. Вот. Так что это вот такие вот места. То есть это вот видите новодел. Видно, что это новодельное вот это олово. А вот это олово старое, еще с тех времен. Так что я вам рассказал, для чего, почему лудили кузова. Так что я думаю, что кому-то это будет информация полезна, кому-нибудь пригодится. Теперь вы знаете. Всем удачи!